утро, наши гости. Доброе утро, детки. У меня сегодня есть одна иллюстрация, или давайте назовем ее фокусом. Я сегодня хотел бы поговорить о друзьях. Вот. Есть хорошие друзья, которые помогают нам, поддерживают нас. Вот. И как вот мы уже много воскресений подряд, мы говорили о том, что нехорошо быть человеку одному, что друзья нас поддерживают, друзья нас учат. Предположим, что это мы с вами, что это каждый человек. И вот если происходит что-то такое в жизни, такое плохое, да, то эти ключи, они падают, ну, и получается им как бы больно. Да? Вот, их ничего не держит. Я потом хочу вам показать такой пример, что вот в конце этой веревочки есть пару скрепочек. Это наши друзья, хорошие друзья. Да? Юра улыбается, он знает, о чем я буду говорить. Я вам хочу показать фокус. Вот мы берем вот эти ключи, да, вот я вот беру просто ручку, беру вот так вот, отвожу ключи и сейчас отпущу. И как вы думаете, что произойдет с ключами? Они упадут об землю, да? Все видели? Что произошло? Давайте еще раз. Да? Не упали. Что произошло? Ключи не упали, да? Почему же? Потому что эти скрепочки помогли удержаться его, да? То есть наши друзья хорошие, когда нам плохо, они приходят к нам на помощь и они удерживают нас. Показываю еще раз. Да? Видите? Всего лишь эти пару скрепочек, они помогают этим ключам не упасть. Да? Вот, они их держат. Вы потом можете дома сами сделать этот эксперимент, но этот эксперимент очень хорошо нам показывает, что как важно в нашей жизни иметь хороших друзей, которые нас удержат, когда нам плохо. Когда мы падаем вниз и казалось бы, надежный друг, кто у нас? Иисус Господь наш, да? Вот, и мы сегодня здесь собрались все вместе для того, чтобы прославить нашего Иисуса Христа, помолиться Ему, поклониться Ему. Давайте мы споем.